Уровень жалоб и нарушений на прошедших выборах был гораздо ниже, чем в предыдущие годы. К такому выводу пришла политолог Ирина Алкснис. Анализируя ситуацию в целом по стране и в Самарской области, во многом это произошло благодаря общественному контролю за процессом голосования. По телефону обращались исключительно за консультациями по разъяснению выборного законодательства. То же самое можно сказать и о Самарской области. У нас поступавшие звонки из Самары, из Самарской области касались исключительно консультаций граждан, которым не было интересно некоторые уточнения законодательства избирательного там по голосованию, по крепительным удостоверениям. Кто-то там высказывал недовольство, кто-то не получил оповещение, где будет место для голосования, но жалоб на нарушения не было из Самарской области.